Вот мужики любят говорить, да и бабы тоже, про бабскую зависть, типа надо быть осторожнее с выбором подружек и все такое. А вы вообще встречали мужиков, которые, блядь, завидуют тёлкам? Это мужики, которые пишут как раз хуёвые комментарии под каждым моим видео, блядь, где я говорю, что женщина должна быть самодостаточна. Они ненавидят самодостаточных женщин. Не дай бог ты, блядь, купила сама себе машину. Не дай бог ты не насосала на iPhone. Не дай бог ты, блядь, хату себе сама купила. Пиздец, ты конченная феминистка. С тобой никто не захочет строить отношения. И из него, блядь, просто столько зависти, блядь. Рыжий. Все из-за чего, блядь? Из-за того, что он-то состояться в жизни не может. Каждый раз, когда вам говорят, что бабская зависть это типа пиздец, вы вспомните про мужиков, которые завидуют женскому успеху. Всем привет! Знаете, действительно, иногда мужчины бывают хуже баб. И даже вспомните недавний момент, когда я выложила фотку просто с хорошим знакомым, действительно, с другом даже, я бы сказала. И все почему-то думали, что мы переспали. То есть все зависит от человека исключительно. Есть сумасшедшие бабы, есть сумасшедшие мужчины. И, в общем-то, не стоит придираться тут уже конкретно к полу.